Я рисую, потому что я не могу не рисовать. Куда можно сбежать иногда, погрузиться в него и отвлечься, спастись от реальных проблем мира. Меня зовут Виктория Калайчи, а мы с Денисом оба художники из Украины. Я думаю, каждая работа несет в себе что-то особенное, и каждая работа в отдельности является каким-то, ну, вернее, несет в себе какой-то смысл и наполнение. And I think it helps in this way because all of these things happened, and because I choose this way how to express my feelings, and it helps me right now to not feel this, you know, stupor. I was contacted by one of the community members. I received several emails, couple of phone calls, and everybody was talking about the family that came to Chattanooga to participate in an art exchange. Young couple that found out that their 10 days stay will probably have to be extended because the war started in their country. We got connected to Dennis and Victoria probably about 4 or 5 years ago. This was pre-COVID. Melissa Hefferlin, who is a friend and instructor here and local artist, reached out to me and she said, I have these two friends, artist friends, and I think that we should bring them here. The proposal was for us to have a show and then we would also have a workshop taught by Victoria. With Dennis co-teaching. Первый наш визит мы запланировали еще до ковида, но, естественно, это отменилось из-за пандемии, и мы начали это передвигать на год, потом еще на один год, и так это сдвинулось аж до 22 года. We had it all set for the end of February. Но мы из Харькова мы выехали в Киев 22 февраля, и в Атланту мы прилетели, получается, из-за разницы во времени. В Украине у нас уже было это 24 февраля. Ни о чем не подозревая, мы приезжаем в Чаттанугу, в их дом, и получается, Даут, во время того, как он готовил ужин, он получил это вот сообщение на телефон, когда происходит что-то... Breaking news, yeah, in the United States, you receive this message. And... Потому что он понимал, что мы замученные, уставшие, с хорошим настроением, и получить такую новость сразу по приезду, это, ну, может нас шокировать. Он решил сделать паузу или объявить нам это утром. Но в этот момент я подключился к их Wi-Fi, и я получил сообщение от отца, как он подъехал к заправке, и на горизонте взрывы, и бомбежки, да, бомбежки, дым, черный дым, то есть, ну, все стало ясно, что происходит. Все перевернуло с ног на голову, как все изменилось в одно мгновение. Наши планы и наша предыдущая жизнь вообще. Nobody knows when they can become a refugee. You know, it's such an unpredictable situation. No matter how prosperous your country is, how democratic it is, how well you do in your life. Два месяца, да? Ну,
These are people who never did anything wrong, just external circumstances put them in extreme situation. Все, что было до этого, ну, все изменилось, то есть родные, которые остались в Украине, как бы ты начинаешь думать про них, не... и здесь в мирной обстановке ты видишь эту мирную жизнь, когда люди ходят на улицах, улыбаются, ходят в рестораны, ну, живут своей обычной жизнью. То мы уже в реальном времени видели, как начали бомбить наш город. Прям то место, откуда мы жили, недалеко. У меня такое чувство, что одновременно умерло 10 моих родственников. И это трагедия, ну то есть... И ты просто лежишь в ванне на полу и кричишь в полотенце, что есть сил, просто от горя, не знаю. На мне была ответственность инсталлировать выставку. Я знала, что мне нужно в ближайшие 2 дня подготовить мои холсты и отвезти в галерею, сделать экспозицию. Поэтому я была настолько сильно занята, что эти плохие новости я отодвигала как можно дальше, и я их не думала. You know, imagine preparing for a year and a half for a solo show and to teach a sold-out workshop. We had people from all over the country coming to take this workshop with her and Dennis. They have to stretch and frame about 30 paintings to get ready for the show. They have to attend an opening and teach and deal with the shock and the horror and all of the emotions of being away from home. What I always look for is, will this break you? Or will your inner strength get you through this? And both of them seemed so strong and so much, I think, together. They're strong as an individuals, but they're also strong together as a young couple. I knew that they know how to deal with it, because we know that art is healing. For the opening, we had a sold out, almost a sold out show, and it was so amazing how many people came to the opening in support of Ukraine. People were wearing yellow and blue and in support of Dennis and Victoria. И это было очень приятно в тот момент увидеть, как много людей поддерживают нашу страну. Это было очень-очень... Это, наверное, в тот момент было для меня важнее видеть это, чем видеть, как люди интересуются моим творчеством. People were just really wanting to help people that they knew who was going to help directly. We started a GoFundMe, and we raised like $17,000 in like a week. And then people would drop by checks, people would drop by gift baskets. People would come by and drop by all of this stuff, call and say, hey, do you need a studio? Do you need a place to live? And so our office kind of became like this conduit. So every time Dennis and Victoria would come here, I had something to give them. I had a money or I had a gift or I'd, and they were just like, what? You know, they were just overwhelmed. Я чувствовала очень большую благодарность. Мне хотелось просто каждого человека, кто перевел, обнять в горячие объятия. I'm just very grateful for people of our community to offer an opportunity for Ukrainians to wait out this terrible situation where they are met with welcoming hands, open hearts, where they're loved, where they understood. And I'm really happy that this young couple will start their journey, whatever the future holds, here. И когда ты смиряешься с мыслью, что, возможно, уже не будет твоего дома, улицы, по которой ты ходил, и
приходит опять это осознание, что мне нужно теперь начинать новую жизнь строить. И, возможно, здесь, в Чаттануге, и мы немного с Денисом начинаем думать, где бы мы хотели жить в Чаттануге. Мы начинаем думать о красивом месте, которое бы нас вдохновляло как художников. I think that they have embraced Chattanooga and they've been overwhelmed by all of the support. They have gotten their own studio and apartment. So I'm feeling like they're going to be here for a while. To have people here that are going to be part of your artistic community and be able to help them and fold them into the art community the way that this community has is pretty amazing. То есть моя благодарность ну просто бескрайняя для людей, для каждого вообще человека, кто вообще подумал и у кого сердце отозвалось помочь нам. Оправдала себя идея веры в людей, что люди могут помогать друг другу и могут созидать, не только разрушать. Люди могут... To opposite what happened in Ukraine, I mean, what Russian do with Ukraine. If you see only this situation, you can полное разочарование в людях и в человечестве и вообще как в нашем социуме. А здесь ты наоборот чувствуешь поддержку и подпитку от людей, и это вдохновляет тебя. Ты наоборот начинаешь верить в людей и понимаешь, что да, есть плохие люди, но есть и хорошие люди, и их много.